точную дату, наверное, не скажу, но где-то примерно за полгода до универсиады мне так предложили такое почетное, не знаю, звание, да, посла универсиады. Это для меня много значит, потому что я сама участвовала в универсиаде и завоевала там золотую медаль. Это было важно, это была первая моя международная медаль. И я думаю, что такой трамплин в большой спорт. Здесь атмосфера прекрасная на кёрлинге, и зрители действительно вот такие настоящие болельщики кёрлинговские, которых не часто встретишь. И я очень благодарна на самом деле болельщикам за то, что они приходят, поддерживают команды. Очень рада на самом деле за всех спортсменов, потому что действительно это важное соревнование вот для становления карьеры, для приобретения опыта. Ну и, конечно, да, студенчество – это прекрасная пора, и как бы это приятно, что помимо учебы есть время для спорта, потому что это тоже важно.